Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично, получаю удовольствие, паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Я пока еще расчищаю эти тестовые камеры. Поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стоит и смердит без всякой пользы. Постарайся не столкнуться с летящим мусором. Помнишь, я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы. Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу прощения. Ты не отреагировала сразу, и я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором.